Всем, друзья, привет, вы на Bootplay, и мы продолжаем Deus Ex, у нас основное задание. Итак, пойдем мы с тобой выполнять. Здесь, да? Ты точно дверь закрыл? Да, да. Конечно, закрыл. Ты меня за идиота, что ли, держишь? Я что-то должен на это ответить? Может, использовать пушку? А! О! О! Ничего нету, да. Троны. Смотри, что сделала. Покажись. Ты же знаешь, я тебя найду. Почему? Ты здесь? Продолжай прятаться, гнида! Он ушел! Трус несчастный! Продолжай прятаться, гнида! Я же сказал тебе, ну зачем ты рыпаешься? Что там было, кстати? Привет, братец, мне пришлось сменить старый сейф, дизайн у него паршивый. 5463. Угу. А что у нас там по месту? Дробовики. Вот они, револьверные. Их надо просто бросить. Ну, у нас просто изи. И вообще, почему у нас... Вот это я бы хотел сюда. Транквилизатор сюда. А, пистолет у нас сюда. Ну и все. Граната сюда. И это тоже граната сюда. Ладно, этих мы обезвредили. Так, как понимаю, здесь прикол есть. Проламывать стены, да? Мы можем ведь проломить стену? Да. Опа, эффектно. Причард, похоже, у Сэндовала есть секретный бункер. Попробуй его оттуда выковырять.
Будем надеяться, он еще там. Самую глубокую дыру. Ага. Ну, кто сюда придет? Я думаю, они боятся, что кто-нибудь попытается подсунуть Доку бомбу в шкафчик. Я бы больше волновался за содержимое головы Дока, а не его шкафчика. Так, аккуратненько. Вот это круто! Выстрелы! Так, это что такое? А, снайперские патроны. Вон оно что. Проход. Главное, скрытный. Патроны — это плохо. Их там трое. Даже больше. Если Сэндовал не вернется через пару минут, я пойду туда сам. Лучше не надо. Они и так на грани. Кто знает, что он может устроить. Лишний повод пойти и поговорить с ним. Да ну, я бы к нему не стал заходить. А то он шуганется и начнет палить во все стороны. Пусть сам свою хренотень разгребает. Понял. Вот этот ходит. А другие там стоят. Ну-ка.
Хорошая штука. Мы столько и сэкономили. И энергия, и не только. Что там, карманный секретарь? Привет, Баркли. Один из твоих парней вырубил чертовы лазеры. Это вам не игрушка. Вот код для отключения системы. Ну, она не. Это... Давайте взломаем. Что из себя представляет? Access granted. Окей. Выключили. Ну, в принципе, мы могли бы скрытно, конечно, как я вижу здесь, сделать. Оставим. Так, это отключение, да? Не, давай взломаем. За взлом больше дают. Здесь бомба. Пошумели. Поэтому я настоятельно прошу каждого моего сотрудника, каждого мужчину, каждую женщину, каждого, кому близки идеалы фронта человечества, поступить так же. Исайя, если вы меня слышите, умоляю вас, не дайте своему гневу уничтожить все, чего мы с таким трудом достигли. Все кончено. Он знает, мне некуда деваться. Все знают, Сэндовал. Вам не скрыться от того, что вы сделали. Что я сделал, мистер Дженсен? Я не один год латал людей после ошибок при модификации. С отторжением органов. А теперь Билл меня предал. И мне никогда не вернуться к медицине. Если хотите кому-то помочь, расскажите, где ученые шарифа. Был бы рад помочь, но мое участие в этом деле закончилось после того, как мне не удалось удалить датчики позиционирования. Не удалось? Моих хирургических талантов оказалось недостаточно, чтобы обойти страховку Дэвида Шарифа. Думаю, эти маленькие импланты до сих пор что-то передают на той низкой частоте, на которой никому в голову не придет их искать. Значит, ты сменил частоту? Мистер Дженсен, вы получили свои ответы, а я потерял свои. Против меня, возможно, будут выдвинуты серьезные обвинения, но меня волнует лишь высший суд. Да, вы не потерпели подобных.
Ничего, если я возьму с собой ствол? Вы получили то, зачем пришли. Пожалуйста, уходите. Можете не верить, но я не хочу, чтобы вы покончили с собой. Потому что не представляете, какие я пережил муки. Вина, стыд. Мне сказали, что ученые нужны, чтобы найти мирное решение проблемы имплантов. А вместо этого я стал убийцей и похитителем. Моя жизнь закончится в ту ночь. Мне пора уходить. Подумайте, стоит ли так торопиться на заседание страшного суда? По крайней мере, там не будет лжи. Вы видели эту кошмарную пресс-конференцию? Уильям Таггарт чуть не обвинил меня в терроризме. Он заявил, что все насилие, совершенное во имя нашего дела, результат моего влияния. Так задержитесь на этом свете и расскажите, что вы об этом думаете. Он и так знает, что это неправда. Я верил ему. Годами я служил верой и правдой, а он меня предал. Ради своей организации он пожертвовал моей репутацией, моей свободой. С ним невозможно бороться. Он снова сделает то же самое. По крайней мере, после смерти меня нельзя будет использовать. Там же столько милосердия, такой фон, для чего умереть? Сочувствовать. Так, расскажите журналистам все, что знаете. Докажите перед судом, что вы лучше, чем он. Убедите людей. Расскажите журналистам все, что знаете. Докажите, что вы лучше, чем он. Вам нужно мирное решение проблемы имплантов? На вас направлены все камеры страны. Воспользуйтесь этим. Изложите свои доводы. Убедите людей. Общественным мнением управляет Таггарт. Вы можете пытаться ободрить меня, мистер Дженсен, но факт есть факт. Я верил, что буду жить, помогая людям. Какая самоуверенность! Из меня не вышло ни врача, ни политика, но я так и не усвоил урок. Я должен был попробовать еще раз, зайти еще дальше. Мне следовало знать. Я родился неудачником, мистер Дженсен. Я умру как неудачник. Подумайте, какой пример вы подадите детям, если покончите с собой. Им и так предстоит узнать, что вы преступник, а вы к тому же хотите показать им пример трусости? Убейте себя, и вы покажете им самый простой путь решения проблем. Понимаю, вы не хотите этого. Тогда положите оружие, покажите своим примером, что они должны вырасти бойцами. Негодяй! Шантажировать человека его же родными! Я заслужил смерть, понятно? Заслужил! Боже мой! Но я не позволю им повторить мои ошибки. Я не могу. Возьмите оружие. Ради них. Ричард, как тебе такое? Датчики все еще работают. Сэндовал перевел их на более низкие частоты. Но они могут передавать координаты в любой точке мира. У меня нет техники, чтобы их отследить. Других следов у нас нет, Ричард. Постарайся что-нибудь придумать. Я знаю. Слушай, вход с улицы все еще заблокирован. Возвращайся к себе в квартиру, Малик тебя подберет. Возможно, я что-нибудь соображу к твоему прибытию. Тем, что заботится об окружающей среде и использует эти... Ствол, а у нас нет места. Оглушитель. А кому? Непонятно, кому глушитель. Зачем? Тактический подход к исследованию. Мы приглашаем критиков и членов ООН на экскурсию по нашим комплексам. Да. Они лично увидят, что там нет ничего, кроме порядка, прогресса и моральной ответственности. Похоже, в этот раз мяч точно на половине ООН. Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости Пик. А здесь что такое? А, типа он убежать мог? Или что?
тратится. Так. Бросить. Что это у нас здесь? Увеличение емкости. А чего? Комбинировать с кем? С пулеметом. Только с пулеметом, вот это жаль. Давайте двигаем. Взломаем. О. Что это у нас тут? Защиту. Access granted. Вы кто? Они приняли наших бедных бродяг и изгнанников, когда те, а, бомжи просто. Собственное правительство. К тому же наш СПИК тоже канадец, сейчас обыграет в Объединенные Штаты. Ладно, можно поспорить, предпочтет ли большинство жить грязным американцам, а не американцам. Нет, энергия тратится на эти. К чертям полицию, брат! Да, они не могут выгонять нас с улиц. Этот район принадлежит не только им, но и нам. Я тебе говорю, у нас полицейское государство. Давно поняли бы. Поговорим, поболтаем. Сегодня вечером, после появления в эфире ПИК скандального Хорошо. Видеоролика, на улицы многих городов вышли разгневанные. Скоростной лифт. Шкаф. Дерево. Металл. А с кем мы будем? Да, а, мы же в хату возвращаемся. Вот надо, да, вот с одного пересесть на другой. Замануха. Идеальная. Вот, еще бы, конечно, газовую бомбочку купить. Так, перед перерывом хочу кое о чем напомнить. Мы обсуждаем импланты и запрет на их использование. А почему вы... Здесь охрана наша. Не понял. А, забирает. Малик же меня заберет в хату. Отличное расследование, Дженсен. Готов возвращаться в штаб? Ебой. Да, будем надеяться. Причард нашел эту частоту. Поддерживаю. Что деревья? А, там же эти бунт идет. Я думаю, что горит-то?
Прикольные вердюки. Дженсен, для тебя сообщение от Причарда. Он просил передать, что его нет в офисе. Прелестно. Что именно мне нужно сделать? Я не знаю. Он сказал, чтобы ты зашел к боссу. Так и представляю, как все в Тайюн, собравшись... Допустим, мы и правда разводим и обучаем солдат с имплантами. И какая, по их мнению, польза в том, что нас держат здесь и забрасывают камнями? Видимо, они хотят продемонстрировать ООН свою ярость, чтобы делегаты что-нибудь предприняли. Мы простые рабочие. Настоящее это видео или сфабрикованное, но снявшие его люди обладают огромной властью. Думаешь, их волнует мнение народа? У меня пес дома голодный. Прямой эфир вела Элиза Касан. А, они держат баррикады. Значок не отобразился сразу. Что за дела? Опа. Шариф? Дэвид вышел на минутку, мистер Дженсен. Входите, я давно хочу с вами познакомиться. Мистер Дэрроу, я удивлен, что вы знаете, кто я такой. Дэвид вами очень гордится. Говорит, когда дело доходит до расследований, вы словно пес с костью. Уже нашли своих ученых? Что еще Дэвид вам рассказал? За все эти годы достаточно, но сегодня я здесь как друг и ученый. Столько всего происходит, а? Столько людей с революцией в сердцах, а то он требует вмешательства. И все из-за созданной мной технологии. С тех пор многое поменялось. Да уж. А теперь мой друг Дэвид хочет, чтобы я привел нас на землю обетованную. Он просил пригласить членов Совета ООН на Панхею и убедить их, что индустрии не требуется внешний контроль. Это ваш геоинженерный проект в Арктике? Его было бы невозможно создать без модифицированных рабочих. Когда все будет готово, моя маленькая дыра в океане остановит глобальное потепление. Это будет хороший пиар, правда? Если сработает. Ты хочешь сказать, если это не убьет нас всех? Адам, ты вернулся. Мы можем выйти и поговорить? Сынок, беги к вертолету. Ты возвращаешься на остров Хэнша. Фрэнк засек один из передатчиков. Только один? Это? Шевченко. Адам, учти, пришлось надавить на людей в Минобороны, чтобы сделать это. Значит, заговорщики знают, что я скоро буду. Вы Дженсен, да? Начальник службы безопасности. Ваши парни отлично поработали тут, когда начался бунт. Ну что, поедем тогда. Возвращаемся в Ханчи. Ну что, полетели назад? Сегодня босс говорит, мы возвращаемся полетов. В Хэнша? Причард отследил сигнал Шевченко. Если он жив, то, может быть, и все остальные тоже. Это большое достижение, Дженсен. Нам уже давно не слабо везет. Как скажешь. Готов отправляться? Реально лишь настоящее. Поехали. Тогда запрыгивай.
мальчик-шпион? Транспортное управление Хенши аннулировало наш пропуск, нас отправляют в другой район города. Мне это не нравится. Но просто забить на это тоже нельзя. Конечно. Китайское правительство, придется подчиниться. Браво, эхо 008, направляюсь по указанным координатам. Какого черта? У нас на хвосте зенитная ракета. Дженсен, сбой всех систем. Держись, мы падаем. Прыгай, Дженсен. Малик, у нас гости. Знаю, но вертушка повреждена. Сначала придется ее подлатать. Я останусь и прикрою тебя. Нет, уходи и разыщи доктора Шевченко. Со мной все будет нормально. Ты для них легкая мишень. Не обязательно. Но это твой единственный шанс проскользнуть мимо них незаметно. Так что уходи, Дженсен. Дженсен. Малик, ты в порядке? Просто царапина, мальчик-шпион, но, кажется, от меня теперь не будет толку. Ты что, угораешь? Фарида, надери им задницу за меня. Вот уроды. Твари. Надо быть начеку. Не нравится мне, что здесь происходит. Дженсен, я отслеживаю передачу данных в районе Хенша. Белл Тауэр тебя ищет. Эти козлы устроили нам засаду, Причард. Малик не выжила. Вот как, господи. Я понимаю, что ты наверняка захочешь отомстить, но если тебя заметят, если тебя узнают, лучше тебе им не попадаться.
Ну что, друзья, давайте на этом остановимся. В следующей серии мы продолжим. А на этом все. Всем большое спасибо, всем аригато. Всем пока-пока.